Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить Снайпер Элит 3. В прошлой серии, как вы помните, мы открыли сейф Валена и узнали о танке Крыса, который хотят построить на этом заводе. Мы должны этому всему помешать. У нас какое задание там? Получите доступ к комплексу бункеров. Ну, окей. Попытаюсь это сделать. Оу-оу-оу-оу. Воу-воу-воу-воу. Блин, я думал, заметит. Так. Удачный выстрел в голову. Сейчас надо будет действовать довольно быстро. Черт возьми. Чуть не заметили. Сейчас бы тревогу еще подняли. Опять же, это из-за того, что я промахнулся. Кто тут говорит, а? Вроде никого. Так, давайте этого обберем. Ну, все вроде чисто. Так, вижу двоих. Сейчас он, наверное, к трупу подбежит, если назад повернется. Но надеюсь, что такого не будет. И я успею его пристрелить. Пока что все идет довольно тихо. Я надеюсь, так будет на протяжении всей миссии. О, одна выпрыгивающая мина. Уже хорошо. Если будут танки, то я смогу с легкостью их взорвать. У меня и выпрыгивающая мина, и фугас, и все, что мне нужно. Может, попробуем рубануть этих двоих? Если выйдет, конечно. Фух. Успели. Еще бы чуть-чуть, и он вызвал бы тревогу. Да, кстати, не забываем сохраняться. Аэродром Пон Дюфа миссия называется. Что-то я чувствую, что мы уже подходим к финалу игры. Раз мы пошли мешать планам Валена, то есть созданию танка крысы. Нехорошо будет, если он меня заметит. Попробуем, может, убить. Да нет, не смогу я, наверное. У меня 3 патрона всего. А если еще и промахнусь, то, скорее всего, только вызову тревогу. Так что я лучше пока что их оставлю в покое. А вот этого можно было пристрелить. Ну все, мы добрались. До бункера. Где-то здесь внизу, да? Бейте всех радистов на диспетчерской вышке. Так, а я вот пока не понял, куда мне идти. Вот эту штуку можно, в принципе, взять. Ну ладно, не буду брать. Нам, скорее всего, нужно вот сюда. Я так предполагаю. Может, взорвем их к чертям собачьим? Или не надо?
Все, забрались в бункер. Нужно открыть двери и попасть в подземелье. Ну, давай. Все. Двери открыты. Найдите карту, чтобы попасть на завод, где изготовляют танки крыса. Карта здесь неподалеку находится. О-о-о. Так, перезаряжаем орудие наше. Успели их убить. Тут у нас двое еще. Патроны кончаются. Никого нету. Так, куда побежал? Видимо, увидел меня. Все чисто. Опасность миновала. Может, тут что-то интересное? Есть. Да нет. Ничего. Хотя куда... О-о-о-о-о-о-о-о. Там внизу не очень хорошо все. Я лучше отсюда свалю подальше. Пока меня не заметили. Ну, естественно, надо сейчас сохраниться. Там еще машина ездит. Тело обнаружили. Да, я думаю, не страшно. Обнаружил и обнаружил. Так, а скорее всего мне сейчас надо в бункер пробираться. Я так думаю. Да-да-да. Придется в тот бункер сгонять сейчас. По ходу дела. И там, наверное, есть проход. Что это было? Да нет, ничего. Так, тут внизу один, да? Который меня замечает. Вот здесь мы как раз-таки и проберемся к нашей карте заветной. Я так думаю. Так, аптечки у нас всего две. Это хорошо. Я не думаю, что они нам пригодятся. Так как, скорее всего, меня не заметят. Если я буду действовать осторожно. Так, а они отсюда вышли, да, из бункера? Потому что тут, помню, двое человек было. Да, скорее всего. И они все наверху. Так, ага, двое внизу еще. Ну, их здесь никто не услышит. Точнее, никто не услышит этого взрыва. А, нет, там кто-то был. Эй, не стреляй! Фух. Мы повышено в звании. 9-й левел. Замечательно. Вот она, карта. Так, задание выполнено. Куда нам теперь? Займите снайперскую позицию, чтобы прикрыть диверсионную группу. Окей, миссию понял. Свою. Побежали быстренько. Так, только куда мне бежать? А, вот сюда, скорее всего. Я надеюсь... Блин, так и запутаться можно. О-о-о-о. Нифига их там. Вот это да.
Тут еще один. Вроде всех убил. Я надеюсь. Ладно, валим отсюда. Ой! Вовремя я вышел, блин. Офигеть. Блин, патрошков-то нету. Ну, надо было тебе повернуться, тварь, а? На, получи ножом. Ой, вон еще один. На этом все не кончается. Как мне могло показаться. Нифига, трое ко мне идут. Лучше мне там не появляться. Так, надо сохраниться, как всегда. О-о-о-о. Блин, эта сраная машина там остановилась. Еще и это ездит. Ну, я хорошо, что запаса фугасом. Надо сюда фугас положить. Когда он второй раз проедет здесь, то взорвется на этой мине. Я надеюсь. Так, тут кто-то есть. Даже не один. А трое. Не, ну блин. Не фугас. Аптечку надо было брать. Не, ну вас нафиг. Я побежал, короче. Наверное. Или они могут меня не заметить. Буду надеяться на лучшее. То, что они меня не заметят. Они не смогут. Ну, чё ты, тварь, а? Я его даже не видел. О, чёрт. Блин, их тут его куча. Я как-то сейчас побаиваюсь за свою шкуру. На самом деле. Потому что идти на пролом — это самоубийство, честно говоря. Падай, 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 падай. Молодец. Это хорошо, что ты успел упасть. О-о-о-о-о. Что, сюда, что ли, пойдет? Не, ну не надо. Иди обратно. Надеюсь, что он обратно пойдет. Так, разворачивается. Это хорошо. Что он развернулся. С ракетометом он тут стоит. Понимаешь ли. Че, услышал, что ли, это кто-то? А, увидел даже.
Сохраняемся. О, черт, там снайперюга. Он меня, наверное, заметил. Все, побежали к снайперской позиции. Я надеюсь, меня тут больше никто не заметит. И будем прикрывать нашу диверсионную группу. Вот она подъехала. Она, скорее всего, и не услышит. Главное, чтобы нашу группу к чертям собачьим не уничтожили. И всем по коленочкам попадаем. Главное, там уже двух его товарищей убили, а он идет на это же место. Молодец. Ничего не скажешь. И всем по коленочкам, главное, попадаем. Довольно легкая, кстати говоря, миссия. Вот последние две миссии довольно легкие. Тут, грубо говоря, отстрел, и я думаю, будет конец этой миссии. Скорее всего. Я, походу, дел двоих задел даже. Ага. Если не троих, да, двоих. Неплохо они их так обстреливают. А вы прикиньте, если бы меня заметили. Вот бы шороху было, а. Где там с ракетометом? Я их не вижу пока. Блин, отстреливать и отстреливать еще. Их тут куча. Воу-воу-воу, это было больно. Вот одного с ракетометом убил. С панцершреком. Займите снайперскую точку и прикройте диверсионную группу. Задание выполнено. Уничтожьте всю немецкую технику. Так, мне, скорее всего, сейчас заметят.
Да, поиск пошел. Нифига их тут. Где они пойдут, остается гадать только. Где они поедут, да пойдут. Офигеть их сколько тут, а? Так, 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 одна сюда поехала. Берем фугасик. И сюда ставим. Быстрей, 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 быстрей. Эй, ну что там такое? Думал меня заметить, что ли? Нет, он не подъехал сюда. Забираем тогда фугасик. Увидел труп. Сохраниться, конечно же, не забываем. Отличная ловушка для машин. Блин, я не знаю, как их уничтожать. О, панцершрейки. Уничтожен. Началась бомбежка. Оу-оу-оу. Надо отсюда свалить по-хорошему. Только вот куда? Еще три машины осталось уничтожить. Вот сюда заложим фугас. Беги! Беги, 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 беги. Что, проедет? Нет? Надеюсь, что проедет. Ну, сейчас, скорее всего, опять объезжать будет кругами и окажется здесь. И на фугасе подорвется. Я так думаю. Так, поехал, поехал, поехал. Вроде как к нам. Так, бинтиком пока перевяжемся, пока есть время. Опять поехал? Только вопрос куда? Надеюсь, он подорвется на моем фугасе. Танк. Ну давай, 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 едь сюда. Молодец. Как раз этого я и жду. Сейчас должен подорваться. Да, готов. Ну, естественно, сохраняемся после этого. Потому что две машины осталось уничтожить. Вот, блин. Надо со спины подойти.
давайте к этому танку подойдем со спины. Да, почему бы и нет. Блин, тут еще дофига человек. Вот в чем проблема. Они мне могут помешать. Да не за пулемет, а перепрыгивай. Ну что, попробуем взад ему стрелять? А динамита у меня нету? А-а, нету динамита. Ну если что, панцершреком добьем. Тут сохраняемся, естественно. Понадобится несколько выстрелов, чтобы его уничтожить. Упс. Так и знал, что меня убьет, поэтому и сохранился. Вот лучше, конечно, сюда встать, но тут, блин, дофига взрывоопасных бочек. Я могу легко подорваться. Да и там, в принципе, немало. Эй, а кто заметил-то? Наверное, говноед-снайпер. Блин, откуда? Не, ну я знаю, что... Ля, откуда он стреляет? Да чтоб тебя, а! Вот откуда вылез этот снайпер, мне не ясно. Можно сейчас, конечно, попробовать мину подложить, но, блин... Он ездить, скорее всего, не будет. А, на вышку. На вышку, на вышку. Там панцершрек есть. Как раз выстрелим в этот танк. Из панцершрека. У меня будет два выстрела. Вот он где, снайперюга. А я тебя искал, тварь. Так, ладно. Пришло время сохраниться. Это раз. Ну и стреляем по тебе теперь. Это два. Оу, блин, а? Как он ловко-то? Ну и что это было? А, все, взорвали. Один патрончик остался. И меня, кстати говоря, никто не заметил. Пришло время взорвать последний танк, но надо еще панцершрек вон там взять. Там две штуки есть. Это хорошо. Двух выстрелов, в принципе, можно взорвать. Следующий танк. А, тут три мне даже выстрела. Жаль, больше панцершреков нельзя подбирать. Потому что тут их просто дофигища.
А нашу группу все? Подорвали? Как я понял. Так, тут один есть. Попаду тут. Даже не повернулся. Ну, готово. Теперь, наверное, надо сбежать. Доберитесь до зоны эвакуации. Вот черт. Еще бежать до зоны эвакуации. Ну, хоть технику всю уничтожили. Там два танка было и два вездехода. А прикиньте, если было бы 4 танка, я бы точно не справился. Хотя тут дофига панцершрек, ну, скорее всего, бы я справился, я так думаю. Мне надо в бункер лезть. А, нет, не надо. Свои. Продолжаем. Вот она, финишная прямая. Ну, последняя миссия. Завод по производству крыс, врезанные в скалы ущелья. Как я понял, да? Странное место для танкового завода, но резкие перепады помогут прятать тела. Пора уничтожить крысу и весь завод. Нельзя, чтобы Рейх снова создал этот танк. По пути мне придется вывести из строя конвейер. Кстати, здесь есть несколько хороших позиций. А потом, когда все закончится, я покончу с Валеном раз и навсегда. Ну, чувствую, что это будет финальная миссия. Выкладку давайте поменяем. Перед финальной этой миссии. Lee Enfield МК-3. Вот эту пушку я возьму. И давайте прицельную сетку, может, поменяем. На вот эту вот. Дюплекс для дальней стрельбы. Все, начинаем игру. Завод Ротте. Красивая карта, кстати. Ладно, ребят, я на этом пока что закончу. Всем спасибо за просмотр и всем пока.